На конкурс дети читают стихи. Детский сад номер 2, город Бабаево. Титов Степан. Николай Михайлович воробей, чуд живой, не чирикает даже, замерзается всем воробей. Как заметит под воду с поклажей, и из-под крыши бросается к ней. И дрожит он утенышком бедным, летит чудаку своему, глядит, не становится бедным от того, что так трудно ему.